в съемочном периоде у него забот еще больше прибавляется. Он, значит, готовит каждый день вызывные листы, рассылает их. Это вызывные листы готовятся на следующий съемочный день. Вам все это дело будут рассказывать, как я смотрел по планам лекции. Пока мы понимаем, пока мы говорим о том, что делает все-таки второй режиссер на площадке. На площадке он ведет процесс съемок. Он организует группу именно в плане съемок. У него получают все разрешения на перемещение. Он ведет тайминг съемки. Он говорит, грубо говоря, можно обедать или нельзя обедать, или мы еще что-то снимем, а потом пойдем обедать. То есть он руководит всем процессом.